Футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика и даже большой теннис. Теперь и у жителей одного из самых отдаленных населенных пунктов области, села Демьяново, появилась возможность заниматься этими видами спорта. На днях там открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. На предложение поучаствовать в разминке на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Демьяново откликнулись многие гости. Не удержалась и министр спорта Кировской области. Во-первых, есть где развернуться. Все-таки площадь спорткомплекса более 1000 квадратных метров. И, как потом признает Светлана Медведева, и атмосфера здесь особая, позитивная, располагает к спорту. По сборке и сборке сборных соединений нет вообще. Оценить новый спортивный объект в Демьяново высокопоставленные гости смогли лично. Обошлось строительство в 50 миллионов рублей. Это федеральные, областные и муниципальные средства. Комплекс предусмотрен для соревнований и тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису и гимнастике. Более того, на торжественной церемонии руководству ФОКа власти подарили инвентарь и для занятий большим теннисом, что позволит молодежи Демьянова пополнять сборные команды региона по многим видам спорта, уверена министр спорта. Сразу видно, что построен качественно, применены отделочные материалы другие внутри объекта. Ну и, конечно, на открытии чувствовалось, что жители района очень-очень ждали этот объект. И встречают его с любовью. С открытием современного спортивного комплекса жители Демьянова поздравили все, кто принимал участие в строительстве объекта. Не обошлось и без подарков. От имени депутата Заксобрания Рахима Азимова гостей праздника поздравил его помощник. Развитие детского и юношеского спорта всегда было приоритетным направлением социальной политики компании «Уралхим». И мы перед этим торжественным открытием созванивались Рахимом Азимовым, и он заверил, и впредь будет прилагать все усилия к тому, чтобы спорт на территории Кировской области развивался. А в качестве подарка юные спортсмены получили дополнительный спортивный инвентарь. Мячи для игры в футбол, волейбол и теннис, гимнастические обручи и ракетки для игры в настольный теннис. Юным жителям Демьянова осталось только выбрать, высоты в каком виде спорта они готовы покорять. Стартовая площадка для этого уже имеется.